Алло. Да. Мы под падиком. Я выхожу. Давай. Давай. У тебя быстрее память закончится, чем он выйдет. Ты думаешь? Я уверен. Актриса с киношколы, ну, ее забирали. Что он делает? Девочка, которая учится он на актрису. Он побежал за вот своим драндулетом. Ее забирали на таком драндулете и ее паре. Разъеб. Это, если бы на инвалидке было бы еще круче. Все нормально, Вадим. Подумай просто, надо ли тебе этот драндулет или нет. Сейчас. Ну, я думаю, короче, 8 за полтора часа мы ж... 8:30 где-то, все эти... Чуть раньше, 8:20. Вы ему говорите, что в 7:20. Да, хорошо. Ну, ладно, о, кстати. Вот, снимай. Что, Мария уехала, да? Да. Как она? Даже не попрощалась с любимым. Идемте. Едем. Летим, я бы сказал. Вадим, покажи мне свои какашки, пожалуйста. У кого-то есть? Блядь, тут... А чё ручка мокрая? Не спрашивай. Она реально здесь мокрая. За ручку не беритесь. Привет. Я пойду руки помыть. Что было? Ты терпела? Отбивайся. Попуск. Попуск. Да? Ладно, тебе не туда. Нет, у нас, да? Нет. У меня... А ты открой и знай. Меня запутать не пытайтесь. Я вас такой смешно. Это интересно. Что про Марию? Не понял. Ну расскажи про ваши отношения. Которых нету? Почему нету? Потому что нету. Ну расскажи. Про что? Ну, я не понимаю, что значит нету, есть. Нету. Есть. И дружеские? Ну, дружим. Ну, вы шутите так. Ты же со мной так не шутишь? А что ты с ней так шутишь? Что она настроена на такие шутки? Она в этом направлении сама открывает, сама первые какие-то шаги делала. Ну, а я, ну, поддерживаю такие шутки. Почему ты поддерживаешь? Ну, это то же самое, что... Илю! Ты пидор! Да? Ты пидор! А что, ты не пидор, что ли? Пидор. А? Пидор. Ну вот, блядь. Видишь? Он поняла. Поддержал мою шутку. Да? Мы почти доехали. У меня одна нога свисает почти полностью. Они уже где-то чувствуют? Ну, должны быть, по идее. А водила твой сказал, что нельзя с тобой ехать. Может. Где вы были? Снимаю. Ну, вас поснимаю. Короче, у Саши есть проблема, что он, когда берет телефон, он постоянно во что-то врезается. Недавно он снес, короче, этот шлагбаум. Перед этим он ехал, короче, на Лесовой, где-то. И, типа, втыкает в телефон, смотрит, где заказ. Едет себе, едет, типа, опускает телефон, и видит, как бабушка, короче, на дорогу выбегает. Рядом пешеходников нету. Бабушка выбегает на дорогу с ребенком, он не успевает затормозить, сбивает бабку.
говорит извините и дальше уезжает. Вот так вот. Такая история. А там бабка... Мораль истории такова. Не сбивайте бабушек. А там, типа, бабка, у нее, типа, ну, она не маленькая была. Саша говорит, если бы она была худая, он бы еще и переехал. А там бабушка большая была. Пам-пам. И, типа, он ее сбил, поехал, и все. Да. Ну, покажите, какой ты спортсмен идешь. Я. Мы. Сила. Да. Все, погнали. Поэтический стих такой, ну, о чем-то высоком, глубоком. Я в твоей жопе, как будто бы хвост. Свяжи меня крепко, будто ты трос. Полежи на мне нежно, будто ты кот. Ты мое море, а я твой матрос. Я твоя ручка, ты мой блокнот. Ты моя норка, а я твой крот. Я твой бургер, открой шире рот. Я твой учиха, ты переворот. После разлуки курю я бычок. Бегу на красный я, будто бычок. Сядь на меня, я твой толчок. Ты мой наркотик, а я твой торчок. Вау, вау! Это протеин. А я твой качок. Да пей его половину уже свою. Ты мой Гаара, я твой песок. Ты целый торт, я твой кусок. Ты пистолет, а я твой курок. Пау! Реально мужик повелся просто. Ему девушка предложила на первом свидании. Приходит к ней в комнату, а у нее ПТСР комната, она его обичивает, короче, снотворным, привязывает, он просыпается, и его спокойно по часам. Звучит как хорошее кино. Да, это какая-нибудь... Что-то наподобие пилы. Какая-нибудь... Ну, кстати, да. Драма. Драмком. Биографический. Документалка. Да. Попиздовали. Ой-ой-ой. Везут у нас в Дубае. Ох уж эти папарацци везде ходят за мной. Настя, хочешь походить с кепкой? Нет. Почему? Ты прям сейчас? Ну, да. Можно просто с кепкой без лоботурии? Ну, тогда руками будешь придерживать. Да, вот зрителям расскажи, почему ты после того, как купишь протеин, идешь в проспект, а потом в зал? Ну, я час хожу, пока протеин усваивается. Где ты ходишь? По проспекту. С Илюшей. Он мой компаньон. В этом плане. Что, помогает? Ну, просто надо ждать время после того, как ты выпил протеин, чтобы он усвоился. А в проспект без Ильи бы ты ходил? Нет. Я бы вообще, наверное, в зал не ходил. Не, ну, ходил бы, наверное, но... У меня такой этап. Я когда сам перестаю ходить, мне потом надо обязательно тогда пережить то, что я уже сам буду ходить. Я какое-то время перестаю ходить, обдумываю все, собираюсь силами и выхожу снова. Юджи Итадори. Ладно, я иду ва-банк. Смотри, докидываешь, короче, 1700 и покупаешь вот это. Ну классный. Ну классный. Но не на 1700. Иди нахуй. Никого тогда точно не бери. Ну вот, вроде нормально. Я между ними сейчас выбираю. Ты добавляешь 100 гривен, ты можешь вот это купить. Это сколько?
Нахуй мне Star Wars, я что, долбоёб? Это... Я понимаю, но я же не фанат Star Wars, понимаешь? Star Wars. Да, по-другому. Так что, ты покупаешь этого? Да. Это сейчас дешевле стоит, чем обычный панкопук. Да? Угу. Ну, да. Вот это вроде самый пока заебись. Где мини-панкопука? Епа! Фантастичная сумма. Угу, да. А сколько он стоит, блядь? Ой. 379. Блять, по карману сильно бьет, блядь. Спайдер. Оу, ес. Может, мне мама писала? Нет. Ну, классные бибики, конечно. О, посмотри, у него двигатель двигается. Нихуя себе. Он ездит, может быть, еще? Вообще, я охуею. Блять, Hot Wheels Skate? Да, я же тебе показывал. Когда? Когда ты первый раз ездил? Я заказал пить. Может, я подумал, что это просто скейт, мне хуй здесь. Оп. Прикольно. Азула. Азула, покажи. О, тут айрон есть. Айрон же, да? Айра. Айра. Айрон. Только его тут нету. А может быть, он ниже. Кто будет смотреть это видео? Подарите мне это на день рождения. У него анальный шарик. Что? А. Блять, туда, сука. Что это пшикало? А его ты хочешь? Или только его сведешь? Он тоже ничего такой. Эти, знаешь, больше эти. Ну, держи. Your sir. Ну, а я нет. Я уже сказал. Ну, мне покажи. Ну. Вот. Кто это? Команда Танжер. Он рассекает демона. Що скільки ми тут не проживемо на у цьому грішному світі, все одно нам ми повинні лишити цю грішну землю. Але наше життя на цьому не закінчується. Ми йдемо у вічність. Друзі, в яку вічність підемо ми? Вічність настане для кожного із нас. Ісусом Христом. Слово Боже каже, що належить людині покаяння перед Ісусом. Як йому це в голову? І ви бачите, це новина. Да там вон даже люди горят снизу. Да? Посмотри. Покажи. Да, реально горят. Пиздец. Я сказал, что это не так.
Это хуйня, подумай. Не хочу. Тут дерьмо, блядь. Знаешь, что с вот такими вот делается? Знаешь, что прекрасно. Ты вот так. This is trash. Блядь, папарацци уже на кепке снимают. Блядь. А чего технологии такие, блядь? Я в шоке. Ужас. Ужас. Беспредел. Оп! 16:10. У нас 35 минут, чтобы позаниматься. Вспышки, вспышки, свет, камеры. Слышу? Кепки снимают. Значит, я придумал. Мы берем большие веса просто и ебать. Без бега, без пресса. И бар тоже. Реклама, реклама, Грандспорт. Бар. Слышишь, гол бар. Пока-пока! О, ладно. Кто в Киеве живет, а не в Павлограде? А что ты? Мутки. С тобой мучу мутки. Какой ужас. Все нормально? Нет. Да. Нет, не больно, не больно, не больно, не больно, не больно. Иди ко мне. Все. Избивают? Нет. Ужас. Я ничего не делал. Ух, ё-моё! У меня как у Тони Старка теперь. Нужен был бы сейчас плейбэк. И телефон будет вот так вот дрожать. Я ебала, сессу принял. Нас там не перекрыло? Тоже я ебал твою розу, высветшо. И твою подругу тоже. Я сломаю ваши скейты, срежу все татухи с кожи. Заберусь в ваши деньги. Мне не нужен даже ножик. Я люблю, когда я, сука, плачу от боли, пытаюсь в любовь и снова на волю. Ну, вот сейчас не скажешь, что ты болеешь, как будто нормально. Это зеркало разбито, как и все в этом мире, и мы лишь осколками падаем. Я пытался понять эту жизнь, сука, я допускаю ошибки. Я не знал, что такое любить. А? Мы завелись? Нет. Можем вон начать играть. Я бы поел. Бля, холодно. Чё ты куртку снял? Думал переодеться. А, ну переоделся. Развернулся? Нам глазок? Да. Да. Всё, разверни. Девочки. А ты снимаешь? Развернитесь, развернитесь. Девочки. Ну если вы мальчики... Прикиньте, им сейчас ещё похуй будет. Ну это медленно едет. А вот знаю. А так можно было? Он прошарен. Я там просто чувак сказал, съебал. А, да? Чего? Там чувак идет на велосипеде, вот только я подожду, он сказал, съебал. Ой. Да, мне холодно. Да? Ну, есть такое. Сейчас сядем. Уже давай не так с тобой. Главное не хавкать. Да. Самое главное.
А если я ее поцелую, она норм к этому отнесется? Ты попробуй. Что ты сказал? Говорю, если я ее поцелую, она норм к этому отнесется? Как будто это? Да. Буду брать у них интервью. А что это пак присел? Ты микрофон взял с собой. Я его сюда ношу. Не включай. The Bluetooth device is connected successfully. Только не говори туда ничего. Мне может это не понравится. И не гавкай. Не в этом. Больше всего будет, потому что их четверо и нас четверо, понимаешь? Заруба. Их уже больше даже, мне кажется. Вообще мне холодно. Да. Мы ждем 8 утра. Еще 14 минут. Ну, бери интервью. Да. Расскажите, вы сильно любите вот ее? Так это не он целовал ее. Да вот этот. Да вот этот ее целовал. Тут видишь, как он писал? Вы сильно ее любите? Ладно. Упал от ее красоты. Почему вы так ненавидите механические транспортные средства? Думает. Привет. Так, я не поняла, что это такое? Привет. Вадим, подвиньте. Я тоже хочу на Илью лечь. Ну, я подсяду. Так, давай ложись, я освободил место. Это к тебе лицом, прости, нет такого. Вот так вот мы и живем. Да, мы тут живем. Да, страшно. Да я там выключила. Нет, ты дверь закрыл. Ой. Ты что сделал? Вадим заходил последний, закрой дверь. Так не, я закрыл. Ты закрыл? Да. Ты ж последний. На замок? Я два, на да. Два? На два. Проверь, пожалуйста. Давай, Райан. Я еще верхний закрою. Да, закрой. Это кто-то придёшь. Никто не зашёл. Так, давайте свет выключим, а то это момент. Ебать. Вадим, самое главное. Что? Вау. А давайте бухнем. Как-то снимать штаны. Я бы тут жил, блядь. На балконе? Не матюкайся. Ой, смотрите, рассадка. Это не я. Не стыдно, что я тут наговорил. Вадим, не надо убивать никого. Куглачаки. Ой-ой-ой. А Женя вот прям напротив района живет? Короче, от моего клана ты намокла. Подарю я тебе Gold League. И я тыкаю со всех других аккаунтов. Я спрошу тебя, хочешь ли ты со мной потыкать.